Дорогие друзья, всем огромный привет! Скоро лето. Я решила посмотреть, какая летняя обувь есть в наших магазинах. Сейчас я в магазине Мегатоп, который находится в торговом доме Вест. Кому интересно, присоединяйтесь. Приятного вам просмотра! Вот такие панталеты стоят 79 рублей 95 копеек. Очень легкие, но размеры только 39 и 41. Еще одни панталеты. 89 рублей 95 копеек. 41, 40 и 36 размер. Очень легкие женские босоножки. 69 рублей 95 копеек. 38, 41, 37 и 39 размер. Еще одни панталеты. Натуральная кожа. 129 рублей 95 копеек. Есть все размеры. Стоечка с босоножками на распродаже. 49 рублей, 39, 36, 41 размер. Вот в другом цвете есть другие размеры. Но это, конечно, босоножки для молодых красивых девушек. 109 рублей, 95 копеек. Натуральная кожа. 45 рублей, 36. 40, 39, 38. А это тоже натуральная кожа. 79 рублей, 38, 36. Еще одни босоножки из натуральной кожи. Их стоимость 159 рублей. 38, 36, 39 и 40 размер. Очень легкие. В магазине проходит акция. Покупаете одну пару обуви. Вот эти тоже босоножки 109 рублей. Вторая пара 50% скидки. Вот эти красивые кроссовочки для девочки. 47 сейчас рублей, но не все размеры. Эти тоже на уценке. Искусственная кожа 36, 38 и 41 размер 79 рублей. Ну, дорогие друзья, например, вот эти кроссовки 199 рублей. Ну а теперь я предлагаю вам посмотреть, что есть в Кари. Магазин Кари, смотрите, есть все размеры, и эти кроссовки 190 рублей. Очень легкие. 40, 38, 39, 95 рублей. Здесь 95. А вот на ценнике 81. Сколько ж на самом деле? Точнее, на кассе. Что касается босоножек в магазине Карли, в основном модели с прошлого года. И если что-то есть, то в основном на уценке, так как нет размеров. 39, 36, 38, 40, 59 рублей. 45 рублей, 37, 41, 38. И 39. Кто покупает в магазине Кари обувь, вы со мной согласитесь, что вот эти все модели мы с вами уже видели в прошлых сезонах. И вот обратите внимание, видите, здесь стоит 89 рублей,
на эту обувь, а на коробке стоит 99 рублей. Все размеры и есть в розовом цвете. 55 рублей. 38, 41, практически все размеры. $39. И, друзья, я, конечно, показала не всю обувь, что есть в магазинах. Небольшой обзор. Хочу сказать, что я спросила у консультанта, почему разная стоимость на коробке и на ярлыке. Сказали, что не успели перепечатать, и нам нужно ориентироваться на ту стоимость, которая напечатана на коробке. Сейчас давайте зайдем еще в государственный магазин товары повседневного спроса. Смотрит на ножки хорошо, легенькие, нога не потеет. Отбегать так. Это кто, Лицкая наша? Нет, это не Лицкая? Получили пока только вот такую обувь и тоже то, что осталось прошлого сезона. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы нашли время и посмотрели мое видео. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и увидимся вновь. Пока-пока!